Друзья, привет! Название этого видео «Админа обидеть может каждый». Это название мне пришло в голову из как бы ассоциации кинофильма «12 стульев», где Остап Бендер рисовал сеятеля облигаций, его там выкинули с корабля. И он говорил: художника обидеть может каждый. Суть этого поста следующая. Буквально недавно я публиковал на страницах клуба рятувальников Украины в Фейсбуке пост, который призывал членов клуба посмотреть в своих подразделениях, пожарно-ритуальных подразделениях, комнаты приема пищи. И если их это вид не устраивает, скажем так, и они не могут ничего сделать каким-то образом, то мы призвали их снять бардак, скажем так, который творится в подразделениях, и, скажем так, определенным образом переслать нам это видео там инкогнито, скажем так, или анонимно. Вот мы их опубликуем вот с названием подразделения и будем каким-то образом влиять на то, чтобы руководство самого подразделения или же регионального выше, как говорится, высшее руководство могло каким-то образом исправить эту ситуацию. Вот. Но эта публикация такой подняла шум, скажем так, что даже начали бедного админа, то есть меня, ну не бедного, скажем, обижать разными словами там, нехорошими. Мне, в общем-то, честно говоря, я к этому привык, поэтому я не обижаюсь абсолютно, там, называйте меня как хотите. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы меня там называли хорошими словами и восхваляли. Но это такое дело. Тем не менее, я вам хочу сказать, что общий такой тон, что это неправда, такого не может быть, там свиньи и так далее и тому подобное, админ, ты нехороший человек, потому что ты пишешь неправду. Первое, по поводу правды или неправды. Если вы внимательно прочитаете текст этого поста, а, кстати, я его вот под этим видео, я ссылочку дам именно на этот пост. Если вы прочитаете внимательно этот текст и посмотрите на эту картинку, вы поймете, что картинка к этому тексту не имеет никакого отношения. И она дана просто для того, чтобы привлечь внимание читающих к самому тексту. В принципе, нам это удалось, потому что много посещений, просмотров. Вот, и, скажем так, всевозможных комментов. Пока еще ни одного видео к нам еще не пришло, но если есть подобные случаи, значит, мы обязательно публикуем. Второе, это то, что кто-то там написал, что на наших страницах админы и модераторы иногда пишут разную неправду и льют грязь на ДСНС. Я вам сразу скажу, это неправда. Появляются посты, и админ, и модераторы иногда, значит, публикуют посты, которые поднимают дискуссию по поводу тех или иных, скажем так, негараздев в нашей структуре. Они не категоричны, они просто приглашают вас обсудить эту тему. Заметьте, приглашение обсудить и какие-то конкретные там выливания как чего-то там грязи,
Это две разные вещи. Иногда мы публикуем достоверные факты, ну, о каких-то негораздах. Ну, так есть, что есть, то есть. Понимаете? Поэтому, если есть положительное, мы пишем положительные какие-то вещи. Какие-то есть отрицательные, мы отрицательные. Потому что с самого начала мы, организаторы этой странички Фейсбука, клуба «Ритуальника Украины», мы строили свою политику о демократичности. То есть разные люди могут высказываться на различные темы, касаемо ДСНС. Ну и не только, там и политики, там и так далее. Поэтому вот так вот считаю, что наша команда работает отлично. Спасибо модераторам нашего клуба. Вот. Ну что, ребята, не обижайтесь, если кого-то там зацепила какая-то тема. На этом все. Пока. А, стоп, пока. Привет. Подписывайтесь на страничку Ютуба. Вот, ставьте комменты, обязательно лайки. Денег мы с вас не просим, потому что даже если у вас деньги есть, там, ну, пожарная среда — это такая среда, где собирают деньги только на похороны, скажем так. Пожалуй, так бодренько. А на развитие канала, ну, практически никто не это. Ну, такие ребята. Мы-то знаем, мы проработали в этой структуре дофига лет. Все, ребята, пока. Ждем лайки и подписывайтесь.